Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y21S. И сейчас я покажу вам, как войти в режим Recovery. Итак, для начала мы отключаем телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. И можем отпустить кнопочки. Далее здесь мы при помощи кнопок питания, вернее, при помощи кнопок громкости передвигаемся, а делаем выбор при помощи кнопочки питания. Нам нужно выбрать Recovery Mode. Выбираем. И так мы попадаем в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.